Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, 15-й день, я забираю 80 миллионов древесины. Ну-ка, что ты мне, беззубик, принесешь? 60 миллионов рыбы. Так, а по итогу мы получим... Так, яйцо. Это у нас... Я же не помню, кто здесь у нас. А, кипятильник. Просто элементарный, ребята, самый начальный, блин, кипятильник. Который мне, в принципе, как бы и даром не нужен. Ладно, отправим его в ангар, пускай там он копится. Чтобы потом можно было их спокойненько раздать. Так, подожди, что я вообще... А, вот он, цветочек. Так, по обмену есть. По обмену у нас все отлично. Сейчас мы этих с тобой... Отправим на задание. Так, пускай идет водорез. Один янтарь дали нам вообще ни о чем, если честно. Ну давай, что-то нам тут выдашь, выделишь. Ага, руны. 4 руны. Так, давай-ка мы его отправим куда-нибудь в приключение. Так, отстроить заново. Кривоклык, у тебя там что? Давай смотреть. Ну, тут, скорее всего, нам выпадет руна. Мне кажется, 7 рун выпадет. Ага, древоруб. Все-таки. Яйцо на древоруба. Ну, соответственно, сейчас и сам древоруб. Разместить, опять же, в ангаре. Так, что у нас здесь? Так, лоба. Пускай ее тренируется. Так, ты в конце концов будешь у меня прокачиваться или нет? Да неужели? Наконец-то. Так, болельщик сардельки. Немножечко подкачался. Пускай дальше идет, тренируется. Так, модификрылка. Даже не знаю, что с ней пока делать-то с модификрылкой. Ладно, пускай пока летит. Ожидание. Улучшить, улучшить я пока не смогу, потому что мне нужно 2500 железа для улучшения, насколько я помню. Так что это пока только в проекте по поводу улучшений. Так, этого будем дальше пытаться прокачивать. Здесь отправляем на задание. Слушай, а у нас события есть какое-нибудь сегодня? Есть. Еще 3 дня. О, 4 дня даже будет идти. Значит, это, друзья, большое, большое событие. Не на один, так скажем, день, скорее всего. Да, скорее всего, не на один день. Иди, добывай. Так, Йохан, что у него? Вот это я заберу. Так, подожди, наверное, не поиск все-таки, да? А как нам поступить? Обычно мы делаем на поиск. Так, а тут что, у нас задание какое-то? А, отправляем. Здесь тогда заберем пак. Ареновский шторморез, шепот смерти, громобой, костолом дикарь и кривоклык. Замечательно. На рынке. Давай-ка заберем бесплатный пак. Древоруб, кревет, шторморез.
Так, слушай, подожди, нам надо на рынке взять... Он сколько? Он сотку, по-моему, стоит, да? Вот это вот сокровище. Именно его, по-моему, надо покупать. Да ладно, ты серьезно? Какую-то фуфлянью, ребята, дали? На самом деле, сотку просто в никуда выкинул. Вообще ни о чем. Так, ну что, одна награда у нас есть. Дай-ка я заберу, это у нас 30 рун. Все, 30 рун мы забрали. Ага, с древесиной. Я понял. У нас по фулке дерево. Погоди, 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 вернись. Не то немножко сделал. Так, теперь забираем и отправляем. Так, пускай летит. Пускай тоже летит. Тридцать. Так, я вот не помню. Я не помню одного. Сколько у меня три... Так, отдай сюда. Ладно, пускай тогда... Блин, 686 не хватает. Просто элементарно не хватает. Так, этого... Или вот этого будем прокачивать. Так и брона хотелось бы, конечно же. Ладно. Сделаем, допустим, так. Вроде бы все. В данный момент больше я ничего не могу сделать. И поэтому предлагаю начать проходить события. Так, это у нас угроза, драконий корень, устранение. Погнали. Погнали. Так, тут у нас 600 тусклого янтаря, потом 1400, это, по-моему, будет заключительная, да, у нас на сегодня награда, 1400 тусклого янтаря. Так, две волны, по два дракона пока. Я думаю, здесь без проблем мы справимся. Так, плевок. Добьешь? Молодец. Так, змеевик. Так, пробивной. Отлично. Так, здесь уже их трое. Ну, начну с ужасного чудовища, наверное. Начну именно с него. Плюс так вот сделаем. И ждем ответки от троих. Так, в барсика. Опять в барсика. Че, вы решили мне барсика, да? Нет, тот в кривоклыка ударил. Бамс. Ух, я думал, сейчас он его с удара вынесет. Но нет, тот выжил, посмотри-ка. А этот у нас имеет усиленную атаку. Но он промахивается ей. Значит, пора наказывать. Давай, кривоклык, бомби по нему. Так, крутим колесо и забираем прилив сил. Одну штучку. Ну что ж, допустим. Забираем тусклый янтарь. Через два поединка у нас будет загадочный пак. Ну что ж, замечательно. Если загадочный пак соизволит, он может дать даже неплохие награды. Но это очень редко бывает. Так, старудич шепота здесь. Давай, наверное, с него и начнем. Кусаем. Двойная атака. Еще раз кусаем. Так, громобой этот мне не страшен, по большому счету. Давай сделаем так. Одного добьем.
Ну что ты там, громобойчик, решил? Ударить, понял. Давай, кривоклык. Че, вообще? Вообще все звуки пропали. Даже звуки ударов. Это, кстати, вот так вот плохо, когда происходит, потому что она может вылететь. Так, а здесь два синих. Хм. Ну, мы любим, как говорится, уничтожать. Синеву, да? Сделаем вот так. Здесь добивку. Ну и чего ты там, хмырёныш мелкий, будешь делать? Понятно. И добиваем. У нас очередная рулетка. Да ладно, еще один прилив сил. Так, давай, наверное, выйдем, чтобы звук хоть появился какой-то у нас. Блин, я же хотел, кстати, да. Начать. Ты посмотри, сколько нам всего надо. Шлем. Ну, пускай летит. Все. Полетел наш беззубик. Ну, а мы продолжаем проходить события. Давай вперед из песней. Че там стоишь-то? Как говорится, не стесняйся, заходи. Будь как дома, но не забывай, что в гостях. Он здесь еще и один, к тому же. Вообще красота. Просто красотища. Добьешь? Живучий хорек попался нам. А, ты посмотри. 16 уровень, живучий. Два ужасных чудовища. Вот это, конечно, не очень хорошо. Начнем вот с этого, потому что он у нас фаерболами бомбит. Да-да-да, это фаербол меня, это, по-моему, кусает. Так, барсик. Давай, наверное, сюда. Сделаем вот так вот. Фаербольщик уничтожает. Подожди, а это тоже, что ли? Ну да, он огненным шаром, ребят, запулякал. Ты посмотри, здесь понизили и защиту, и атаку. Бедный мой кривоклык. Но он выжил. Так, очередная рулетка. Забираем древесину. А вот и загадочный пак. Ну, естественно, он полетит на почту. А у нас два последних поединка, после которого забираем 1400 тусклого янтаря. Три дня, друзья мои, будет событие идти. Вот нам надо будет за три дня как-то пройти. Это получится, что мне надо будет после работы их бомбить. Да, и черепашек, и драконов. Так, атакуем, кусаем, наверное, добиваем. Последняя волна. Ух, ё-моё, скалотряс тут. Все, звуки кончились, да, победоносные. Опять тишина. Так, а кривоклык, кстати, не сможет его добить. Блин, сейчас начнет. Ладно, это мы перетерпим. Давай, наверное, сюда атакуем. Через отхил уничтожаем скалотряса. Опа-на, и не попал. И не попал, тупо, а? Ты посмотри. Ну, здесь понижаем защиту. Ну, кривоклык, наверное, не сможет его добить, да? Нет, а вот барсик вполне. Давай, барсик, уничтожай. Сейчас посмотрим, что нам выпадет здесь на рулетке. Рыба. 112 миллионов. Мало. Мне опять приходится выходить, чтобы хоть какой-то звук появился. Давай заодно пак откроем.
Шторморез. Так, душитель, древоруб. Так, этого отправим. Слушай, а у нас же нюхохват, по-моему, да, если не ошибаюсь. Мы же его тоже отправляли что-то там искать. Я вот не помню, где он у нас находится. Так, подожди, серьезно, а где у нас нюхохват? Ага, вот он. Так, друзья мои, ну что, забираем 10 рун. Другие драконы — потрясающие существа, но Громорог лучше всех. Уж я уделю этому Громорогу все свое внимание. Так, повысить уровень Громорога на 5. Это Рогобой, а не Громорог. Ну, ладно. А потом что? Получите, поручите Громорогу добывать 100 единиц рыбы. Так, все, блин, все доступные рыбацкие хижины заняты. Так, давай этого возвращать, получается. А этого отправлять. Как-то так, да? И повысить на 5, на 5 уровней. Дофига. Ну что, у нас последний, получается, сейчас будет поединок. На сегодня последний. Так, что он будет делать? Понятно. А я займусь пока вот этим дымодышащим. Мне он почему-то не нравится. На-ка, лови. Так, этого прижучили. Можно бы, конечно, хилку потратить, но не буду. Последняя волна. Только не сюда, пожалуйста. Надо с этим завязывать. Есть. Так, у нас Громель остается и Шторморез. Замечательно просто. Так, Кривоклык, чувствую, добьет его. Ну что, ты последний остался? Я думаю, что мы его успеем, да? Да. Последний раз крутим рулетку. 112 миллионов рыбы забираем. И также забираем 1400 тусклого янтаря. ...744 древесины. Кстати, у нас, по-моему, хватает для того, чтобы отправить. Ты у меня за рыбу. Это я понял. Так, вот это, по-моему, за древесину, да? Да. Пускай летит. Пускай летит и добывает нам вкусняшки. Ну что, друзья, по-моему, все. Больше я здесь сделать ничего не могу. Так, а ты что у меня? А, ее. Как же я ее-то не отправил? Ха. Молодец, Рэй. Просто тупо забыл. Иди вон, делай слежку. Так, ну вот теперь точно все. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.